Вик Клинки коллекционирует острые соусы. У Дика Фаленски самая большая коллекция мячей для гольфа. А Барни Смит – хозяин целого музея унитазных крышек. Это лишь часть необычных коллекций. В России такие тоже есть. Добрый вечер. А, это то есть сразу встречает коллекция? Да. А зачем прятать? Спрятать такую коллекцию невозможно. На полках почти 5000 бутылок, точнее бутылочек. Объем от 20 до 50 миллилитров. Неизменно только содержание – коньяк. Вот это вот полное, вот это хорошо запечатано. А здесь уже немного выдохлось, и вот приходится обрабатывать это вот все. На каждом экспонате номер, это для учета. Евгений к своей коллекции относится серьезно, собирает ее около 4 лет. Она единственная олимпийская серия. Это же олимпийские, да? Сочи 2014, да. А таких у кого-то есть еще? Ну, их 50 комплектов. 50 всего, да. Было, да? Всего 50 комплектов в мире. Одна бутылочка может стоить около 300 евро. Но самое важное для коллекционера – это не цена, а эксклюзивность. Больше года переговоры длились, с ними очень тяжело разговаривать, да, чтобы что-то. Ну, это первый раз была такая идея, чтобы они на русском языке написали. Вообще нету, вы не найдете на французском языке, чтобы что-то на русский было, по-русски было написано. А это настоящий эксклюзив. В разработке дизайна Евгений принимал участие лично. Некоторые бутылки и тары ты не назовешь, настоящие произведения искусства. Ну, получается, коллекционируют не только бутылки, но и вот фигурки, я вижу. Нет, это не фигурки, это тоже бутылочки. 50-граммовые бутылочки. Вот, например, лошадка. Их в серии 6 штук. 50 граммов, вот написано, 50 миллилитров. Для Евгения коллекция давно перестала быть просто увлечением. Теперь это часть жизни. Увлечение и все, это жизнь сейчас моя. Я этим живу сейчас, путешествую. Очень много друзей изо всех городов, из разных стран друзья. Во Францию, например, уже к друзьям езжу. Уже есть в Германии есть друзья. Раньше я даже этого представить не мог, чтобы у меня кто-то в Германии был, во Франции. Ну, вот как бы часть коллекции. То есть тут весь шкаф забит, просто там уже сложно открыть все. Ничего себе, это сколько здесь штук-то? Ну вот, в общем, тут где-то 1004, ну, с минусом, там вот часть на диване. Точное число неизвестно. В коллекции примерно 4000 шарфов. Они здесь везде и все футбольные. Собирать коллекцию Борис начал еще в школе. Первый раз в 97-м году, в общем, к нам в школу у нас там углубленные языки были. Приезжали делегации англичан. Вот. И, в общем, я там у одного паренька поменял шарф в Астон Вилла. Вот. Ну и неактивно так, в общем, собирал там на Еврокубках менял, там что-то свой издок привозил. На личном счету уже несколько сотен выездов. Борис – футбольный болельщик. Все шарфы покупал лично, некоторые делал сам. Это сами, да? Вот? Да, сами делал. Вот, например, вот этот шарф очень примечательный. Я его там несколько лет назад сделал. Это первый шарф в России, выпущенный с вышивками. То есть до этого в России шарфов с вышивками не было. Буревестник – любимая команда Бориса, играет в 4-й лиге и может гордиться такими болельщиками. У Бориса одна из самых больших коллекций в Европе и самая эксклюзивная. Ну вот, мне, например, нравится, я делал шарфик с волком, с динамовской эмблемой он там появляется. Вот, это в честь того, что Динамо давно не брало трофея, в общем. В интернете у тех, кто собирает шарфы, свое сообщество. Борис в нем самый авторитетный, ежедневно получает по 50 сообщений. Ты вот тебе задают вопрос, купить хотят или что? Купить, сделать там, что-то нарисовать, условно говоря. Там. Многие прицениваются, например, хотят какие-то шарфики продать, уточняют, сколько они там. Коллекция давно стала частью жизни Бориса. Места в квартире остается все меньше, но остановиться он не может. Самое дорогостоящее, наверное, вот это. Все-таки тут Сваровски. Сколько стоит этот экспонат, Елена точно не знает. Фигурку подарили. Впрочем, для нее ни цена, ни материал значения не имеет. Главное, чтобы это был кенгуру. Эту выточил друг из Екатеринбурга. Она прям живая. Елена собирает кенгуру 20 лет. В коллекции больше 200 фигурок. Самая маленькая размером с монету. Большие плюшевые около метра. Половину пришлось отвезти на дачу. Места для всех не хватает. А началось все с поездки за границу. Потом, когда жизнь чуть наладилась, и мы поехали в первую загранпоездку отдыхать в Египет,
среди всяких там развалов побрякушек, золота, серебра, увидели колечко кенгуру. Ну все. Серьги, картины или часы – все символом Австралии. В семье к такому необычному увлечению Елена относится нормально. Говорят, есть свои плюсы. Сразу хочется купить, сразу знаешь, что подарить. Сразу везде, в каждом магазине глаз сам на автомате выхватывает кенгуру, потому что вот знаешь, что они нужны всегда. Вот в таком интересном костюме Елена пришла на новогодний корпоратив. То есть кенгуру – это не просто предмет для коллекционирования, это уже главный талисман по жизни. Коллекционирование для кого-то просто хобби, для кого-то смысл жизни. И чтобы не говорили про их странное увлечение, перед новым уникальным экземпляром для коллекции они не смогут устоять.